Очередной клиент выбрал именно наш сервис для удаления царапины на борту данного автомобиля. Со слов владельца, все сервисы, куда он обращался, или детейлинги, предлагали либо полный окрас элемента, либо говорили, что данную работу без окрашивания выполнить невозможно. Сейчас мы покажем вам глубину царапины, но мы ее уберем методом ретуширования, то есть окраса деталей не будет вообще, только кисточка, тонкий слой краски и лака, инфракрасная лампа. В общем, мы покажем процесс, как мы будем избавляться от этой царапины. А давайте сейчас посмотрим, как она выглядит. Я надеюсь, вам видно, что царапина очень глубокая, она прям до грунта, и это можно слышать. Ноготь зацепляется. Конечно, никакая полировка здесь не поможет, только локальный ремонт. В данном случае методом ретуширования, и как у нас это получится, давайте посмотрим.